Добрый день, в эфире новости, в студии Джанал Мирзаду Ишенбекова. Дорога жизни и смерти. За минувшие выходные на трассе Бишкек-Ош в автоавариях погибли 6 человек. В субботу в Джаилском районе столкнулись автомобили Mercedes-Geländewagen и Toyota Wish. В результате 2 пассажира Toyota по дороге в больницу скончались. Накануне в воскресенье на трассе между двумя столицами произошло еще 2 аварии. В Карасуйском районе в друг друга врезались 2 Honda, Fit и Civic. Погибли 3 человека. 2 находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вскоре третий ДТП случилось в районе города Каракуль. Столкнулись бензовоз и портер, который вез домашний скот. Один из пассажиров погиб на месте, 2 доставлены в больницу. По предварительной версии, водитель бензовоза мог заснуть за рулем. Сроки работы комиссии по причастности Таирбека Сарпашева к незаконному переоформлению участка по адресу Скрябина, 45, истекли, однако каких-то официальных заявлений сделано не было. При этом расследованием этого дела весь последний месяц занимались и в Генеральной прокуратуре, и в Джугур-Кукенеше, и в правительстве. Известно лишь, что в Генпрокуратура свое расследование вот-вот заканчивает. Депутатская комиссия свою работу, кстати, останавливать не собирается. Скрябина, 45, лишь один из объектов, которые по непонятной причине не были в свое время национализированы. А вот межведомственная комиссия и вовсе промолчала, хотя сроки уже подошли. Как выяснилось, ее работу на неизвестных основаниях продлили еще на месяц, до 10 апреля. Расследование в отношении Таирбека Сарпашева ведется одновременно с 3 сторон. Основание и на сей раз более чем серьезное. Подходят сроки по работе всех 3 госорганов, каждый из которых рассматривает в своей плоскости, насколько глава ГРС замешан в деле по продаже участка по адресу Скрябина, 45, принадлежавшего Максиму Бакиеву. Так, в минувшую пятницу генпрокуратура в лице первого заместителя генпрокурора сообщила, что расследование по делу о незаконной продаже этой земли общей площадью более гектара близится к завершению. Представитель надзорного органа присутствовал на заседании в Джугур-Кукенеше. Там о ходе следствия по ситуации с Арпашевым его спросили депутаты. В этом деле непосредственный фигурант Таирбек Сарпашев. Общественность ждет. И что будет с этим объектом и какое будет решение в отношении причастных, должно быть одинаковое отношение ко всем, а не избирательное. 3 раза накладывался арест на эту недвижимость. 2 межрайонный суд снимал его без участия той стороны, которая накладывала этот арест. А это грубое нарушение. Сегодня объект снова под арестом, и его передали на баланс фуги. Его судьба будет решена после расследования. Это дело очень запутанное, и следствие должно ответить на многие вопросы. В частности, почему участок не был национализирован еще в 2010 году. Степень виновности должностных лиц рассмотрена. Если их вина будет доказана, то все они понесут наказание. Именно прокуратура в который раз пытается отбить этот участок, а потому, напомним, этот орган направил представление на имя премьера Сооронбая Жээнбекова об увольнении Таирбека Сарпашева с должности главы ГРС. Как отмечает прокуратура, он знал, что решение межрайонного суда от 25 июня 2014 года об отмене ареста с участка было обжаловано в кассационном порядке, но все равно дал указание руководителям Бишкекского госрегистра переоформить землю в результате купли-продажи на имя Туратбекова Эльдара. И сразу были созданы 2 комиссии – межведомственная и депутатская. По работе генпрокуратуры сведения уже какие-то имеются, по работе депутатской тоже. А вот та, которую организовали в Кабмине, молчит. Впрочем, ее объективность у депутатов изначально вызывала сомнения на тот счет, что Таирбек Сарпашев – член правительства, и вряд ли комиссия его действия сочтет неправомерными. Помимо руководства ГРС, там всплывают и другие лица, должностные лица. Это суды определенные. Начальники среднего звена, да, которые непосредственно принимали участие в решении данного вопроса. Помимо этого, была месяц назад создана правительственная комиссия по исследованию. Я думаю, это вообще нецелесообразно было создание такой комиссии, потому что она каким-то образом влияет на работу следственных органов. Сама депутатская комиссия собиралась уже 3 раза. Запросила и исследовала множество документов, но прекращать работу не собирается, так как ее задача куда шире, чем один участок Скрябина, 45. Помимо этой земли, еще много вопросов касательно движимого и недвижимого имущества семьи беглого президента, которое в свое время не было национализировано. Документы были изначально оформлены на Юлиана Пак. Это гражданка Кыргызской республики, которая работала в офисе Максима Бакиева приближенных, и на нее было очень много зарегистрировано юридических лиц, выступала она и учредителями, и генеральным директором.
все прекрасно знали, что она аффилированное лицо той власти. Ну, эта земля тоже была оформлена на нее, но несмотря на то, что были протесты, сделка между мужчиной и Сетой Линанпак была сделана, была зарегистрирована на основании решения и указания начальника государственной регистрационной службы господина Сарпашева. Разумеется, Таербек Сарапашев в своих действиях ничего незаконного не видит, хотя, по мнению Генпрокуратуры, он ненадлежащим образом исполнил свои функциональные обязанности и нарушил закон о противодействии коррупции. Елена Яковлева, Алтынбек Канабекулу, НТС. Что скажет высшая судебная инстанция? Сегодня в Верховном суде начался процесс по апелляционной жалобе адвокатов Кылычбека Арпачеева. Бывший глава следственного управления Генпрокуратуры. Отметим, летом прошлого года вердиктом Первомайского суда столицы был осужден на 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Приговор позже был обжалован в Бишкекском городском суде, который вердикт первой инстанции оставил в силе. Процесс в Верховном суде сегодня было решено отложить на 29 марта. Гособвинитель попросил время для ознакомления с материалами дела. Напомним, Арпачеев был задержан в своем кабинете при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Ускорить выдачу финансовой помощи пострадавшим от авиакрушения. С таким обращением сегодня в адрес правительства выступили депутаты. Речь, как пояснили парламентарии, идет о средствах, собранных на спецсчете МЧС. Накопление в нем, по данным ведомства, приблизилось к 100 миллионам сомов. Для распределения денег пострадавшим семьям была создана специальная комиссия, куда вошли правительственные специалисты, представители местной власти, а также жители поселка Дачису. Напомним, 16 января. Рано утром грузовой «Боинг», перелетев взлетно-посадочную полосу аэропорта Манас, обрушился на дачный поселок. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, более 20 домов были разрушены. Образовательная, культурная и информационная политика является одной из первостепенных задач государства. Об этом в ходе сегодняшней встречи с министром культуры заявил президент Алмазбек Атамбаев. Тугульбай Казаков отчитался главе государства о планах по комплексу мероприятий в рамках этого года. Напомним, 2017 объявлен годом нравственности и воспитания. Также министр рассказал о работе по оказанию поддержки работникам культурных учреждений и приоритетах дальнейшего развития профессионального искусства. Президент, в свою очередь, призвал к широкому вовлечению общественности в обсуждение нравственности подрастающего поколения и вопросов развития человеческой духовности. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.